Всем привет, с вами Купил на 39, меня зовут Дмитрий. Все еще. Да, его зовут Дмитрий, все еще. Меня Серега, мы сегодня в замечательном месте. Его не все замечают. Да, в замечательном месте, которое не все замечают. На въезде в наш город есть стела, мы вам ее не покажем, потому что мы стоим прямо на ней. И мало кто знает, что за стелой есть место, которое мы очень любим, но в которое никогда не приходим. Любим мы, потому что мы любим кататься на велике, а тут велотрасса, а не приходим никогда, потому что мы не умеем так кататься. Вот. Это здесь тебе спорт сказал нет? Это здесь мне спорт сказал нет, ролик в конце прикрепим. Но зачем мы здесь, Уэсли? Я сам хотел добавить. Мы хотели уложиться меньше 10 минут, поэтому погнали. В прошлом ролике я обещал, что у нас будет обзор. И так как сегодня последний день, когда у меня на руках есть один телефон, из я двух... решил сделать обзор на два. Да, на целых два телефона. Обзор будет без технических характеристик, почти, потому что они мало кому интересны в 2017-м. Я большой любитель Sony, просто обожаю, не могу и так далее. Я свидетель, но... это просто маниакальная любовь. Я захожу, вот. Он сидит там, Sony. Как ты мог? И обзорщик, он не должен быть пристрастен к тому, что он обозревает, поэтому здесь он. Надо мне себя чем-то нивелировать. Вот. Но так как нас двое, телефона у нас сегодня тоже два. Это X. X Performance. Я буду заочно их ненавидеть, я ни разу не держал их в руках, не пользовался ни одним из них. Просто это Android и... Он любит iOS, все просто. Все просто. Вот. Поэтому мы начнем с тактильных ощущений, лично мне они безумно нравятся, но я не буду говорить, что мне нравится, это неинтересно, поэтому просто возьми это в руки, скажи, вот... Я знаешь, для чистоты эксперимента возьму в руки еще вот эту вот. Да, можешь, штуку. Почему нет? Оп! Он то, я штуку, сегодня 5000 потерял. С моим везением я сегодня больше ничего не должен сломать или испортить. Да, поэтому... Вот, кстати, подруга, они одинаковые. Вот. 5S, iPhone. Вот, нет, сам, вот потрогай. Вот его и его. Разница есть? Это просто шлифованный алюминий, ребята. Я не знаю, о чем он. Давай, какой еще аргумент? Этот телефон хорош, потому что его приятно трогать? Или почему? Ну, в принципе, это обычное ощущение. Вот тебе в руке как держать его? Да, нормально. Ты чуть не пошутил сейчас, пошло очень. Ты уже пошутил пошло сегодня, сколько можно. Вот, ребят, теперь начнем банальную информацию. У нас же все-таки купил умно. Почему эти обзоры на эти телефоны выходят именно сейчас? Кстати, да, хотел поблагодарить за любезно предоставленные телефоны себя. Я их купил. За оборудование, на которое мы снимаем меня. Он его купил. Я твой дом труба купил. Это забавно. Дело в том, что телефоны эти вышли год назад. Да, год назад. И тогда этот стоил 42-43, этот стоил 32-35. Да ладно. Серьезно. Я не знаю, сколько этот стоил и когда он вышел, но я им пользуюсь. Он стоил изначально под 50. Так, пока мы берем. Вот. Вот сейчас есть смысл покупать умные эти телефоны. По какой причине? Во-первых, цена на них спустилась. Для справочки, так, маленький спойлер. Оба эти телефона куплены за 16 тысяч. Это вообще за 16 я бы, может быть, его взял, честно. Так я за 16 не взял. Как чисто второй, знаешь, там рэкетирский номер сюда запилить, чтобы всякие непонятные люди звонили, и, может быть. Да, а в чем отличие, в общем, этих телефонов? Перформанс переводится как производительность. Здесь стоит 820 Snapdragon, он жутко производительный, все дела, это все очень мощно, все летает, но, ребят... Человек, который сказал, что про железо ничего не будем говорить. Я технических данных никаких не говорю, заметь. Ни сколько ядер, ни какие они и так далее, и тому подобное. Нахер кому это надо? Действительно, нахер кому это надо? Это же Android, они все равно не научились оптимизировать и использовать это до конца. Вот, это умеют чувак. Только... Нет, забудь, это было. Это умеют только купертиновцы. Это было в 12-м. В 2K17 купертиновцы тоже все умеют. Скоро восьмерка выйдет и прям все всосут. Ну давай. Восьмерка, да. А про Android. Давай поговорим об этих мини-ящиках. Ну. Что? Ну, один из них уедет в Израиль, второй да, тут да. останется. Вот этот уедет в Израиль. Вот таким же, кстати, я изначально пользовался. Сначала себе купил вот такой. И главное... Мужик, который купил розовый телефон. Что скажете, пишите в комментариях.
Я купил черный. Ну ладно, розовый я тоже купил, но это был бабушке. Честное слово, бабушке купил. Так всем и говорит. Так всем и говорю, вот видит Бог. Здесь стоит не самый мощный процессор, но за счет того, что в этом замечательном телефончике достаточно сбалансированный процессор, он очень хорошо и долго держит батарею, это вот прям приятно. При этом достаточно хорошо тянет абсолютно все приложения. Что удивило здесь, это камера. Реально очень сильно удивило. Она божественно, она классно фокусируется и так далее и тому подобное. Поехали дальше. Но не лучше, чем та, на которой мы снимаем. А, это да, тут почти не поспоришь. Почти не поспоришь, ну потому что... Ладно, не надо. Да, не надо. Вот, ребят, купи умно. Вот сейчас, именно сейчас, в это время, в 2017 году, есть смысл умно покупать эти телефоны. Бэушными. Они в очень хорошем состоянии, кстати, оба эти телефоны бэушные, что самое смешное, но они лучше, просто... конечно, чтобы они были и с документами, и с коробочкой, с оригинальной зарядкой, потому что... Только с оригинальной зарядкой. Вот априори оригинальная зарядка. Если, я не знаю, как там с Samsung и прочей хренью, простите, но если вы пользуетесь Sony, прям моя просьба к вам, только оригинальная зарядка. Где же ее взять, если, допустим, нет оригинальной? Вот где бы ты взял? Слушай, когда я покупаю в магазине подержанные телефоны, я конкретно им говорю, ребят, зарядку мне, вот хотите, нет, хотите, что хотите, делать, ну ищите. Только оригинальную. И что, находят? Да. А есть гарантия, что она оригинальная? А очень просто отличить. Ты, во-первых, гравировка на оригинальной зарядке Sony. Вот, то есть она сама матовая, а гравировка на ней глянцевая. Вот, лишнички такого делать не будут. Угу. Вот такая вот штука. Ну, велики камеры. Еще не угнали? Еще стоят. Пока еще стоят. Ну, там вон двое ребят каких-то. Вот. Поэтому год 2017, приложение, на самом деле, все те же, что и 2-3 года назад. И использовать полную мощность всего, что есть здесь и здесь, мы до сих пор не умеем. Поэтому мощности обоих телефонов хватает за головой. Теперь, для кого какой из них? Вот это X. Он чуть-чуть тоньше, чем X Performance, за счет того, что в Performance есть влагозащита, здесь ее нету. Mm-hmm. Вот. То есть вот этот телефон подходит для тех, у кого нормальные руки, кто не роняет технику в унитаз, не ходит с ней под дождем. И хочет просто радоваться хорошей вещи, которая будет все тянуть. То есть вот этот телефон, он для гиков, он для таких, как я. Сейчас поехал парень по трассе, а у него во рту GoPro. Да, это действительно так. Это, кстати, очень хорошая мысль. Я вот не могу себе позволить третий Марк засунуть в рот. Как звучало сейчас странно. То есть, в чем мысль-то отличная. У головы биология человека, так, анатомия создана, что у головы идеальная стабилизация. То есть, если вы возьмете камеру в рот, запикаешь. Боже, что ты несешь. Ладно. Вообще? Вот, в общем... Они с телефоном так не прокатит. Вот с GoPro его можно взять в рот. Телефон, ну посмотрите, да, какой телефон, какой, ну, рот всех разный. Вот, да, ребят, есть один очень большой минус, скажем так, или недочет у обоих этих телефонов, но он касается не производителя. Здесь 2,5D стекло на каждом из них, то есть оно вот к краям, оно вот так вот сгибается очень миленько. Да, и когда вы будете покупать на Алиэкспрессе защитные стеклышки... Вы не будете их покупать, я попробовал, ребят, не катит. Я до сих пор не смог найти реально адекватные защитные стекла, которые нормально бы клеились и полностью подходили. Я до сих пор ношу его без стекла. А еще я не знаю, изменилась ли внутренняя конструкция после Xperia. Изменилась. Это Xperia, но изменилась. Ладно, я до сих пор не вижу болтов, следовательно, они клеены. Следовательно, если вы вкорячите себе стекло или заднюю панель, что-то с ней сделаете... Она алюминиевая, все хорошо. Алюминиевая? Да. Он весь алюминиевый. Окей, тогда тут легко появится вмятина вместо трещины. Кстати, прошлый, который был черным, когда меня сбила тачка, я же так нормально так вот его покорявал по асфальту. В общем, тем, кому хочется купаться с телефоном, не советую, хотя и делал это в прошлом, он свидетель. Кстати, из-под воды Wi-Fi не раздается. И 3G сигнал не принимается. Научно проверенный факт нами. Случайно установленная истина, не научно проверенный факт. Что ты людей обманываешь? Мы же умные, то есть, честно. С
Все сразу, мы умные и честные. Замечательно, это было на... Нарисую ниже еще, когда я там на монтаже был. Вот, этот я купать до сих пор не пробовал, но проверил, он все еще герметичен. Поэтому для обычных людей вот подойдет вот это. То есть он абсолютно прекрасен по мощности. Вот этот розовый телефон подойдет для обычных людей. Слушай, есть еще для черный, таких, как серебристый. Для подойдет салатовый вот телефон. Для тех, кто любит вкорячиваться в машины, в пьяном или трезвом состоянии подойдет черный телефон. Ну давай сразу, нам нужно целевую аудиторию, чтобы люди сразу понимали. Так, я пьяная, чмо, хожу по улицам, вкорячиваюсь в тачке, мне нужен телефон черного цвета. Кстати, по поводу вкорячивания телефонов, раньше у Sonic был очень большой минус. Если ты бьешь дисплей, все, его можно сразу менять, потому что блокируется сенсор. Да, была такая тема. Теперь этого нет. Вот начиная вот с иксов, все, если бьется стекло, то сенсор. Кстати, привет, Анастасия. Если бьется стекло, человек, который сколько, 6-7 раз она вкорячила стекло. Слушай, ты знаешь... Она в итоге решила купить что-то, похожее на кирпич, неубиваемое. Люди уже делают ставки, когда девочка... Кстати, оно убиваемое. У меня дядя купил и убил. А что это? Кто это? А это эти... Блин, я забыл, как называются, честно говоря. Ну, короче, неубиваемые телефоны. Да, они вполне так же убиваются, дисплеи точно так же бьются. Они не неубиваемые. Блин, ну... Все хрень, все тлен. Вот. Все, херня, Миша, давай заново. Да, наша запись действительно долго продолжается. Уже. Действительно давай. Неубиваемый. Давайте подведем итог. Android. Android. iPhone я куплю когда-нибудь новый, этот маме подарю. Вот. С оптимизацией у этого андроида все хорошо, батарейку держит шикарно. В моем гиповом использовании вот этого телефона и на сильном он держит день батарейку. Вот. У нормальных людей будет держать где-то 2 дня. Звук шикарный, стереодинамики есть, это очень круто, хорошо. И они незаслуженно обделенные, на самом деле, эти телефоны. Рекомендую их посмотреть, когда найдете, где-то увидите и так далее. Незаслуженно, незаслуженно. Да. Это же просто вещь, блин. Это просто в конце вещь. Концов, ребят, ну телефон, ну позвонить. Я понимаю, сегодня от него люди требуют больше. Нужно залипнуть в контакт. Ой, посидеть, у тебя просто закончился интернет на телефоне. Посидеть что-то... в Инстаграме. Да, он закончился, и я теперь могу только звонить. Но! На секундочку. Давайте жить в реальности. Вот смотрите, как красиво. Мы нашли линию электропередач и горки. Вот план, да? Под, да. В конце концов, пойдите, подышите свежим воздухом. Хватит залипать в Инстаграм. Неважно, с какого устройства вы этого делаете. Всем пока. Это было Bad Company. Это было купил на 39. Я чуть только что не задел телефон и не разбил. Еще на 20 тысяч не попал. Всем пока. Пока. Hey, hey, держи бодрей. I'm gonna be fire, hey, hey. А мне что, это, говорить что-то, или зачем я вообще здесь? Скоро поймешь. Зачем я здесь, Уэсли? Надо выкинуть этот браслет уже. Да. Почти упало. У меня еще iPhone есть, можем тоже его швырнуть.